Лайв-студія знову з вами. Цієї години будемо говорити про прожитковий мінімум в Україні. З січня цього року 2027 гривень. Про це будемо спілкуватися із нашими гостями. І до нашої студії у цієї години завітали економісти. Едуард Караже і Володимир Максимович. Я вітаю вас в нашій студії. А також одеситка, багатодітна мати Ірина Семкіна. Також добрий вечір. Відкриваються лінії для голосування, і питання звучить таким чином. Яка мінімальна прожиткова сума вам потрібна на місяць? Два варіанти відповіді. Перший – зможу прожити на 2027 гривень, тобто на суму прожиткового мінімуму, або ж другий – значно більше, ніж 2000 гривень мені потрібно на місяць. Будь ласка, голосуйте, висловлюйте свою точку зору. Можна це зробити і телефоном 726-3326. Ми очікуємо на ваші дзвіночки. Отже, спочатку цього року маємо прожитковий мінімум трохи більше, ніж 2000 гривень. І цікаво, що зросла мінімальна зарплата, її рівень зараз 4723 гривні. На початку хочеться розуміти, як розраховується прожитковий мінімум і чому він в два рази нижчий, ніж мінімальна зарплата, тобто як корелюються ці поняття. Едуард, роз'ясніть, будь ласка. Ну, треба мати таке поняття, що прожиточний мінімум в різних країнах він вважається по-разному. І Украина относится к тем странам, которые рассчитывают прожиточный минимум, исходя из своих экономических возможностей. То есть далеко понятно, я думаю, что цифра будет ноль против того вопроса, который может прожить за 2027 гривен. То есть это нереально в сегодняшних наших условиях. Даже и в 4000 гривен в Одессе, я думаю, маловероятно, что кто-то проживет. Но чем это вызвано? Ну, понятно, что сегодня государство не в состоянии обеспечить всех такой минимальной прожиточным таким размером. И проблема еще в том, что данный показатель является базой для расчетов многих других показателей. И должен сразу всех успокоить, на сегодняшний день от этого показателя зависит зарплата депутата Верховной Рады. То есть пока этот показатель, пока их зарплата этого показателя зависит, думаю, он постоянно будет расти. Но, конечно, то, что происходило предыдущие годы, эти годы, то есть то, что в 2020 году заложен рост, это смешно, это ситуацию не исправит. Можно было бы, допустим, поднять прожиточный минимум, но если задаться целью политически, можно было бы, чисто политически. С экономической точки зрения далеко не так. К сожалению, у нас проблема другая нашей страны в том, что большая часть населения сегодня, которая не заработала себе на пенсию, то есть официально не заработала, да, причем, знаете как, ну, нет одной такой таблетки, чтобы всех вылечить, потому что есть разные категории, кто-то сейчас на меня обидится, а кто-то поймет, о чем я говорю. У нас есть категория населения, которая сегодня ни одного дня официально не работала и ни копейки в пенсионный фонд, социальные фонды ни копейки не вложила. Как бы моя точка зрения, они вообще не заслуживают ничего, даже минимального прожиточного минимума. А в то же время есть люди, которые стаж работы у которых очень высокий, очень десятки большие, десятки роков, да. Но они всю жизнь, получилось так, получали невысокую заработную плату в советское время. Потом различные коэффициенты, то, что происходило с пенсионными начислениями, сегодня их зарплата, их пенсия далеко как бы не обеспечивает их нормальное существование или проживание. Они вынуждены или подрабатывать, или надеяться на детей, искать какие-то другие источники дохода. Поэтому сказать, что давайте просто поднимем прожиточный минимум, и у нас будут получать одинаково те люди, которые действительно заслужили, работая там десятилетиями, или те люди, которые ни копейки туда не вложили, то есть официально не работали или просто не работали, такая категория тоже есть. И поэтому очень тяжело какой-то такой, знаете, рецепт, который бы действительно был бы справедливым, был бы правильным. Единственное, что можно, допустим, сказать, мы должны стремиться к тому, как это Украина будет не первая, если примет закон об отсутствии обязательной пенсии. Да? Если человек не заработал, на пенсию не имеешь права. Наверное, на минимальную. Даже да? на минимальную. И тогда он должен понимать уже до того, как он достигает пенсионного возраста, что он должен работать официально, заставить работодателя платить ему заработную плату, пускай хотя бы какую-то там, хоть что-то. Хотя тоже минимальная заработная плата и минимальная будет пенсия. То есть сложный вопрос, потому что тоже прожиточный минимум зависит и те категории населения, которые, допустим, те же самые многодетные мамы. Есть, допустим, инвалиды, которые физически не могли ни одного дня работать. Это другая категория. То есть тут уже они не попадают в ту категорию, которая говорила, что им пенсия не положена. То есть они
должны быть защищены государством с момента рождения и до последнего дня. Давайте почуем багатодітну маму, Ірина. Скажіть, будь ласка, яка сума для вас, для вашої родини є комфортною на місяць? Чи вдається заробити, виходить, таку суму? І, наскільки я знаю, якщо у вас кілька дітей, так, різного віку, то для, на них розраховується і різний прожитковий мінімум, да. Так? Розкажіть. Да, очень сложно, конечно, выживать на то, что есть, потому что у моего мужа официально минимальная зарплата, я нахожусь по уходу за ребенком. И вот буквально месяца три назад, еще сейчас не могу сказать, какая сумма будет, вот мы оформляли такую помощь, как ГСП, это государственная помощь, начисление у нас было на всех наших 8 детей с нашей минимальной зарплатой льготами, это 9 тысяч. То есть я не знаю, как судить, много это, мало, но это очень сложно для того, чтобы вытянуть на эти сумму. Это трохи больше 1 тысячи на одну дитину, да. Выходит. Да, но это с учетом, учитывается все, учитывается льгота, которую нам дает государство, это уже считается наш доход, учитывается... Коммунальные платежи, да, льгот, да, это уже да, в том числе. Да, это уже учитывается наш доход, хотя понять не могу, какой это доход, но так, как вот оно есть. Это на самом деле очень маленькая сумма для детей, потому что какие-то даже вот, ну, можно сказать так, да, прожить мы на это можем, но вот как-то что-то где-то, какие-то перспективы, да, что-то сделать, там вот ремонт, стройку, отвести детей на дополнительные занятия, это уже для нас проблематично. Володимир, хочется почути. Я добавлю ремарку. Вот правильно сказала коллега. Умереть они не умрут на эти 9 тысяч, но и прожить с комфортом они не смогут. То есть это сумма, которая позволяет им удовлетворить биологические потребности. То есть поесть, попить водичку, чай. Ну, может быть, одеться так чуть-чуть. И все. Это действительно очень мало. Но, ну вот я добавлю то, что сказал Эдуард. Да, есть корзина потребительская, которая рассчитывается, и, безусловно, она рассчитывается, исходя из реальных экономических возможностей нашей страны. Если эта корзина рассчитывается во Франции, в Англии, в богатых странах, там совершенно другой подход. О чем я хочу сказать? Вот там, например, написано, что вот костюм вы можете носить там 7 лет, вам положен один костюм. Там носки вы можете носить там год. Две, подожди, две пары в год. Две пары в год. Украинская корзина. Ну, подождите, реально оно не... То есть видно, что оно притянуто за уши. Но вот с чем я не согласен, вот что сказал мой коллега, которого я очень уважаю, Эдуард, он сказал, что вот надо как в Китае, вот кто не заработал на пенсию, кто не работал, значит, и пенсию. Да, и пенсия есть. Не, ребята, я христианин, и меня учили. Идешь мимо церкви, сидит бабушка, или какой-то дедушка, и просит милостыню. Может быть, он тебя обманывает, так мне дед говорил. А ты ему дай эту копейку и подумай про себя, а чтобы мне так не пришлось. Поэтому, безусловно, какой-то минимум для того, чтобы у нас люди не ходили голодные и не пухли, а ведь есть, которые действительно. Вот так получилось, что у них стаж 10, там, 12 лет, ну нету 25 лет, вот как-то сложилось. Они что, должны стоять на паперти и просить милостыню? Я с вами согласен. Но есть другая категория, которые плавают под флагом после окончания нашего морской академии, капитанами дальнего плавания, ни одной копейки их жены, их дети, ну, дети, может быть, да, не вкладывают в пенсионный фонд. Им тоже платить пенсию? Нет, и такая категория есть. Ну. Здесь нужно подходить индивидуально. А теперь о сумме. Ну, конечно, на 2027 гривен, ну, действительно, очень трудно выжить. Да еще и эта сумма является чисто такой, ну, показательной. От нее обсчитывается заработная плата народных депутатов, там, какие-то, может быть, штрафные санкции, еще что-то. А на самом деле пенсия минимальная. Аж 1640 или 6000, то есть она гораздо ниже этого прожиточного минимума. И ни у кого не возникает вопрос, ну, подождите, если прожиточный минимум 2023, то почему пенсия 1623, а где я возьму эти 400? Значит, я должен жить заранее, то есть оно нереально. По логике, если бы в нашей стране была какая-то логика, ну вот у Кабмина, например, то минимальная пенсия должна быть точно такая же, как прожиточный минимум. Чтобы можно было сказать, ну вот мы сколько можем, мы из бюджета вам их даем. А остальное, кто хочет и может. Вот я на пенсии, у меня стаж, вы сказали большой, у меня стаж 47 лет. 71-го года, нет, уже 49 лет. 49 лет, да. И все эти годы я тружусь, никогда у меня не было разрыва. Даже если я переходил откуда-то, раньше такое было, по переводу, да, я переводился. Я всю жизнь работал. И последнее, чтобы уже с этим делом закончить. Вы понимаете, если наш кабинет министров и эти народные депутаты, которые сказали, что они все сделают, не поймут элементарные вещи, что просто обещать, мы вам увеличим пенсию, мы вам увеличим зарплату и прочее, это все обман.
пока не будут созданы условия, не будет сломана коррупционная система, не позволяющая людям работать, развиваться, пока малый и средний бизнес не будет составлять 35-40-50% экономики Украины реально, так как это в Польше, поедьте в Венгрию, в Чехии, да, они себя кормят, свои семьи, они не берут ничего с бюджета, и еще и бюджет что-то платит. У нас же получается, да, олигархи работают, платят что-то в бюджет, у них крупные предприятия, но этих денег все равно не хватает. Вы же видите. А малый и средний бизнес в загоне. То есть люди не могут себя прокормить. Ну сделайте, как в 21-м году сделали НЭП. Вспомните, какая была разруха в 21-м году, вообще была голодуха. И за несколько лет в царской России, ну уже в советской России, все появилось. Люди действительно нашли деньги. Люди трудились по 20 часов в день. Точно так же и наши. К сожалению, вот не доходит еще. Что главным, честно скажу, что главным стимулом в развитии экономики является желание людей, их стремление. То есть вот самоорганизация, самофинансирование. Люди это сделают. Пока год обещаний и ничего конкретного. Я говорю как представитель малого і середнього бізнесу. Ви знаєте, ми порахували, скільки за мінімальними затратами потрібно гривень на місяць для середньостатистичного українця, який мешкає в однокімнатній квартирі в Одесі. Давайте подивимося інфографіку. Мінімальні витрати українця на місяць. Без врахування покупки одягу, взуття, ліків, техніки, послуг тощо. Їжа. Мінімум продуктового кошика становить 1680 гривень. Непродовольчі товари першої необхідності – це 100 гривень. Комуналка. Однокімнатна квартира взимку обійдеться у 810 гривень. Проїзд у транспорті. Вартість проїзного на місяць – 180 гривень. Тож, разом маємо 2770 гривень на місяць. Тобто, приблизно така мінімальна сума потрібна одеситові пересічному для того, щоб жити. І це не враховуючи ліки, якщо більше, ніж за першої необхідності, не враховуючи, наприклад, якщо користуєшся не тролейбусом, не трамваєм, а маршрутками, і інколи треба використати таксі. Скажіть, будь ласка, ми почули Володимира, що 49 років ви пропрацювали і пенсію, з пенсією своєю 2500. За незадоволення. Ну, 2500. Едуарде, ось цікаво, скільки ви витрачаєте на продукти і комуналку? Ну, на комуналку менше, хоча в мене трьохкомнатна квартира, а на продукти, звісно, більше. Вот. Но, знаєте, здесь, ну, пенсія у мене вже, я ще на пенсію не вийшов, але вже раза в 4 більше, чем у коллеги. То есть мы подумали про це Нет, просто мы жили в разное время, но, да, и поэтому другие были доходы, другие коэффициенты, и все это по-другому. Понимаете, здесь понятно, что мы не проживем. Но давайте вот посмотрим на другую сторону медали. Я ни в коем случае из-за того, что, поймите, что пенсии достаточно или минимальная зарплата имеет размер, но я хотел бы, чтобы оно было просто все больше. Да? А откуда деньги появляются вот в том же пенсионном фонде? Это 72% от ЕСВ, единый социальный внесок. Идет от официальной заработной платы. Я уже неоднократно и в этой студии говорил, что у нас 74 тысячи директоров предприятий, которые платят себе минимальную заработную плату. Это означает, что все сотрудники этого предприятия, так думаю, получают не больше, чем директор, тоже получают минимальную заработную плату. И откуда взяться тем деньгам, да, за счет которых мы могли бы, я двумя руками, что пенсия должна быть в 2, в 3, в 5 раз больше, то есть вообще не ограничивать ее, но она должна быть заработана. Сегодня из бюджета страны заложено 2020 год 170 миллиардов гривен только на покрытие дефицита бюджета. Это дефицит денег, которых не хватает в пенсионном фонде, чтобы платить те минимальные пенсии, которые сегодня получают граждане Украины. Что такое 170 миллиардов? Это более чем в два раза денег, которые на ремонт дорог. Это больше, чем на здравоохранение всей страны, больше, чем на медицину всей страны. Это вторая статья по расходам после обороны той страны, которая воюет, статьи расходов. Как ее поднять? Ну, только за счет официальных отчислений. То есть только за счет того, чтобы сама заработная плата была как официальная заработная плата была как можно больше. Ну, малый и средний бизнес чувствует себя ущемленным, они чувствуют себя обиженным. Но статистика немножко говорит о другом. У нас в стране осталось меньше 3% крупных предприятий. В Одессе 1% крупных предприятий, то есть все остальное малый и средний бизнес. И сегодня то, что вот мы сегодня говорим, да, минимальная зарплата 4700, но понятно, что в Одессе, имея такую зарплату, ну,
ну, знаете, смотришь, картина, как будто мы в другой стране живем. Цифры говорят одно, а темпы строительства, покупка автомобилей, авиаперевозки в стране выросли в 4 раза, да? Откуда оно берется? И при цьому продовольчий кошик в Одесі один з найвищих. Із самих високих, абсолютно верно. Это при том, даже я уже неоднократно опять говорю, что мандарины в Одессе, которые приходят паромом из Стамбула, стоят дороже, чем в Анафранковске. Хотя туда-обратно машину гнать 1700 километров. А почему они у нас дороже? Потому что население платит, если брать уже конкретно Одессу. Поэтому здесь, знаете как, ну, с одной стороны, да, можно поднять, понимая, что люди, многие выживают, но когда посмотришь на другую сторону медали, и мы это уже проходили. Мы приходили при Кравчуке, да, когда галлампирующая инфляция была. Можно напечатать деньги, да, можно людям раздать, они будут молиться на этого президента, как на Иисуса Христа. Но это эффекта экономического не даст, потому что просто будет рост цен, просто мы будем жить в другом масштабе. А в бюджете в стране, то есть как раз тех денег, которые должны идти на социальную поддержку, больше не станет. Я хочу одну фразу добавить, очень важную. Вот вы сказали, более 150 миллиардов в бюджете. 170, да. 170 дефицит. Миллиардов предназначены для пополнения пенсионного дефицита. Дефицита, да. А ведь в Америке есть небюджетный частный пенсионный фонд. Есть, и не один, их много очень. В котором настолько много денег, да. Что они не знают, куда их деть. Они вкладывают в различные ценные проекты. Бумаги, в акции, да. Точно, они покупают акции. То есть получается, он не только там рентабельный, он супер рентабельный. А мы 170 миллиардов отрываем от общих денег, которые должны идти не на выплату пенсий, а на развитие, на реальные, то есть они должны принадлежать всем гражданам Украины и повышать благосостояние всей Украины, то есть решать инфраструктурные какие-то проекты, прочее что-то, они отвлекаются на пенсионный фонд. Вот об этом нужно говорить. То есть все мы, работающие, проплачиваем, доплачиваем и поддерживаем, знаете, этот пенсионный что фонд. Что успокаивает, что пенсионеры получают эти деньги и тут же их тратят. Да. Через торговые сети, через такие коммунальные платежи. Но вот мы должны идти к тому, да. Чтобы действительно наш пенсионный фонд был не только не только покрывал свои затраты, но и мог вкладывать деньги во что-то. Ну, в прибыльное производство, которое вернет, знаете, ему деньги. В Украине были такие пенсионные фонды, проекты, но они все сгорели. Лопнули. Лопнули. Причем люди, которые вкладывали, остались крайними. Им ничего не вернули. Мы знаем Климов, так, наш известный, да, гражданин. Почему? А потому что нет такой рентабельности 25%, да, и 30%, которая бы обеспечивала покрытие расходов, прочее, прочее. Ну, рентабельность 10-12%. А у нас кредит, извините, на сегодня 32%. То есть, ну, экономика просто стоит не на ногах, а на голове. Знаете, пока мы это не поменяем, будем мы иметь то, чем, что имеем. Чем работают частные фонды? Да? Они, вы даете им свою пенсию, они на вашу пенсию еще дивиденды дополнительные. Ну, как депозит. Да, как депозит. Да. Пускай там 5-10-15% больше, чем ничего. Ну, да. Вот, но даже при таких вот дешевых денежных средствах, те, кто их создал, тогда будучи властью, он просто нашел, как их оттуда вивести, і всім сказали, звініть, так, на жаль, люди вкотре залишилися обманутими. Повертаємося до питання саме продовольчого кошику в Україні. Ну, їжа – це перш за все те, що нам необхідно, від чого ми точно не можемо відмовитися. Цікаво, що в уряді порахували, скільки має споживати українець на день і що це саме. Давайте дивитися сюжет. Три грама хліба, пів склянки молока, дві невеличкі картоплини, 5-7 грамів крупи, пів яйця, близько 100 грамів якогось м'яса, 1 грам чаю, 1,5 грами кави. Ну, а замість вершкового масла тримайте маргарин – 5 грамів. Ось таким бачить уряд щоденний раціон звичайного українця.
Отже, маємо на один день, на одну особу пів яйця, пів склянки молока, кілька грамів крупи. А що говорити вже про дітей? Наскільки реальні і звідки взялися ці розрахунки, Ірина? Я не знаю, хто їх придумав, чесно. Я розумію, що так, звісно, це все ісходить з того, що у нас є, що відбувається в країні. Але всі прекрасно розуміють, що це нереально. Звісно, це діти, які хочуть конфету. Причому ми ж не живемо зараз в часи, коли нічого немає в магазинах. Ізобілля продуктів, тобто, да, перевищає всі наші очікування. Даже. Вот. И мы боремся в последнее время за здоровый образ жизни. Да? Мы хотим вырасти детей, которые будут получать витамины. Поэтому это нереальная цифра. Ну, даже, да. В селе, да. Даже в селе при выращивании своей картошки, да, какую-то курицу, ну, так, фрукты, овощи, это просто свои, нереально. Ну, должен как бы сказать, что эти нормативы были придуманы не сегодняшним правительством, не вчерашним, не позавчерашним. Им уже десятилетия этим нормам. И, к сожалению, опять же, только упираются в те экономические возможности, которые есть. Потому что если смотреть то, что вот в Америке, там, во Франции, да, ну это смешно. Две пары носков у мужчины, нижнее белье еще меньше в год количество. Вот картофеля 100 кг в год, хлебовых изделий, хлебобулочных тоже 100 кг в год, а крупы 7 кг, 9. У Франции, еще вы задали, да. В них еще минимум продуктового кошика входят и вино, и корм для кишек, и собак, совершенно а верно. У Німеччини пиво. Це життєво необхідне. Да, і причому у нас ціни заложені самого низького качества. А если брать Америку, там продукты высшего качества, исходя из их стоимости. Угу. Знаете, на какие мысли у меня появились? Вообще-то это страшно. Если действительно люди вот будут питаться так, как сказали в этом репортаже, не придумают как-то что-то, они просто физиологически будут деградировать. И дети наши, то есть мы фактически движемся к тому, что через 5-10 лет при таком питании у нас будут люди умственно неполноценные. Они не смогут ни физически работать, рабы. Не развиваться. Ведь об этом же должны понимать даже в концлагере. И то, если ставилась задача не просто их убить, ну, не кормили, чтобы они, а чтобы они трудились, то есть были и трудовые лагеря, то они рассчитывали, а сколько человеку нужно, чтобы он мог трудиться, какая норма физиологически необходимая для питания. А вот это, ну, это пайка концлагеря. Но, с іншого боку, тоді заповнюється ця лакуна в 2000 гривень прожитковий мінімум. Ну, можна, в принципі, підганяються цифри під ту суму, яку вони назвали. Ну, да. Так, і що прикметно, ще цікаво, що цілих 100 грамів м'яса на день, і українці все ж залишаються м'ясоїдами, незважаючи на модні тенденції, де можна схуднути, ще й зекономити виходить. Почути хочеться вашу думку, Ірино, як на що собі можете дозволити, так, у своїй продовольчій корзині, у своєму продовольчому кошику, а від чого все ж треба відмовлятися? Ну, я вам скажу, що ми, звісно, последнее время смотрим уже из ситуации своего бюджета, что мы можем взять, что мы можем, от чего мы можем отказаться. Но я бы с удовольствием пригласила вот тех умных людей, которые рассказывают, сколько надо крупы, к себе в гости. Показала бы, какую кастрюлю я готовлю кушать ежедневно на всех своих детей. Вот это было бы наглядно видно. Просто я не знаю, ну, обсуждать это, знаете, это надо видеть. И каждый, ну, мне кажется, любой человек понимает, что это нереально, просто нереально. Но что значит 100 грамм мяса, да, и пол яйца в день? То есть, ну, все понимают, что даже бабушка, там, которая экономит, да, каждую копеечку, для нее это очень мало. Поэтому у нас и люди так живут. Но и, с другой стороны, правильно говорят, что у нас не пополняется бюджет. Это тоже очень важно. А я видел, откуда многие люди хитрят. Берут 100 грамм мяса. Вот я на 6-й станции Фонтан есть магазин «Эко», я все время собаки, ну, покупаю кости. 7,40, 8,50 такие-то. И на этих костях, там, хребет, прочее, ну, есть там немножко мяса. Вот бабушки его покупают, его, и говорят, классно, наварили, обрезали, с лучком пожарили, вот оно мясо. Что боку для борщу треба самые кистки, аби вывалилось. Да, да, вот они говорят, а мы его обвариваем, все, вот люди, вот таким образом, ну, оно, так сказать, уже бросовое, я беру собаку покормить, ей нужно м'ясо чуть-чуть. Ну, от так люди питаються. Минув святковий період. Ще, Ірина, до вас питання, наскільки б'є по кишені саме такі довгоочікувані, але такі святкові дні, він 2 тижні, так, був, що хотіли діти, чи можна виокремити дещо на подарунки і побільше, так, для дітей? Ну, спасибо, тому що у мене є хороша сестра, брат, друзі, тому з подарками у нас, звісно, не обійшли, але я
могу сказать, что если бы мы сами покупали подарки, особенно те, которые хотят наши дети, то мы бы быстренько положили зубы на полку, и даже пол яйца нам было бы уже сложно купить в десятых числах буквально. Ви знаєте, ми ще вийшли на вулицю Одеси і запитали у пересічних одеситів, чи змогли б вони прожити на 2027 гривень і скільки витрачають на їжу і на комуналку. Давайте дивитися. Ну, сложно, да, прожить, конечно. Смогли бы вы? Ну, мы и так не сильно живем сладко. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, это слегка провокационный вопрос. Прожиточный минимум в стране 2027 гривен. Как считаете, можно выжить на эти деньги? Нет, конечно. Это вообще абсурд. Надеемся, при Зеленском будет лучше. Он молодец вообще, умница. Потерпим. Спасибо. Даже если это будет в 4 раза больше, все равно прожить нельзя. Ну как, мясо нужно покупать, молоко нужно, кефир нужно, овощи, фрукты. Но у нас очень много уходит на лекарства. У нас такой возраст, что на врачей, на лекарства. Это хорошо, что нам помогают дети. Если б не дети, мы бы не выжили. 2900 за квартиру мы платим, и свет, электроэнергия где-то около 1000. Набегая так 600, 700, 800. Я бы смогла, но думаю, что нет. Нормальному человеку с нормальной психикой выжить в таких с нашими ценами невозможно. Очень тяжелый выбор. Обрезать питание — плохо работает мозг и вообще все тело. Информация — обрезать информационный какой-то спектр. Тоже это голод. Информационный наступает, и фактически происходит умирание способности мыслить. Я так считаю. Поэтому без этого превращаешься в такое жалкое животное, которое ищет, что бы перекусить. Обычная двухкомнатная квартира, где-то порядка, вот сейчас зимой, летом 500-600, а зимой плюс отопление где-то еще 700, ну, где-то 1500, ну, как 2000, будем так грубо. Не можно. Пусть попробует тот, кто назначает такие прожиточные минимумы, пенсии и прочее. Самое главное, это чтобы был хлеб. Как говорят, хлеб всему голова. И за такие деньги приходится только на крупах, я так понимаю, сидеть. Вряд ли купишь какое-то мясо, вряд ли. Я не знаю. Это только кости, которые вот сейчас многие покупают для собак. Не смогла бы и не знаю, как живут. Ну, наверное, бы не заводила бы животное. Вот, что очень много уходит денег на него. Вот. Больше, наверное, бы перешла бы на веганство. Вот. Не покупала бы мясо. Ну, много чего надо обрезать. На эти деньги, конечно, так и не проживешь. Але так чи інакше, якщо виникає така ситуація, то на чому все ж можна заощадити? Як ви вважаєте, Едуард? Это очень сложный вопрос. Знаете, вот сейчас говорили про цены. Я хотел задать вопрос нашим женщинам, сколько стоит маникюр и другие процедуры. Косметика взагалі. Да, для парикмахерских, и женщины себе ни в коем случае здесь, в последнюю очередь, могут себе отказать. Но здесь нельзя экономить ни на правильном питании, нельзя экономить на лекарствах, потому что действительно, ну... А все же, ответьте, вот на чем может сэкономить человек, если у него пенсия 2500? Я скажу на чем. На коммунальных услугах. Как на коммунальных услугах? Да, на коммунальных услугах. Суд и... Нет, не на субсидиях. Не в том плане, чтобы их не платить, а просто, скажем, сделать так, чтобы совершенно верно. Потому что дом, в котором я живу, вот я могу похвастаться, у нас 110 квартир, все освещение дома вместе с лифтами обходится 1200 гривен. Если убрать лифты, 120 гривен, да? То есть 120 гривен на 110 квартир – это ничего. А есть дома, которые платят 12-15 тысяч той же самой площади. Можно экономить на отоплении. То есть, опять же, не просто... Не платить, а делать так, чтобы потребление тепла было значительно меньше, чем сегодня многие потребляют, опять же, не в ущерб себе. То есть не нужно замерзать там или ставить буржуйку, как в блокадном Ленинграде, и книгами ее топить. То есть это все возможно. И это действительно вот, может быть та статья, которая, ну, она очень накладная сегодня по Украине, в Одессе в том числе. Где-то можно было бы так реально подойти и что-то где-то там сэкономить. Но что касается на продуктах питания, маргарин лучше не есть. Лучше вообще ничего не есть. Краще бути Давайте я как пенсионер добавлю к тому, так, что вы сказали. Буквально 30 секунд, если можно, на жаль, эфирный час закончить. Нельзя экономить на продуктах питания, потому что это будет деградация. Ну, экономят на чем? На одежде. Да. На каких-то досуге.
отдыхе и прочее. Вообще, если бы взяли такое интервью не у одесситов, например, а у поляков или у французов, они бы сказали, ну мы не столько экономим, сколько ищем где заработать. Так, работают в каких-то кафе. Они работают на пенсии. Что-то, ну какую-то работу ищут. У нас все еще иждивенческое настроение. Все ждут. А какая там будет минимальная пенсия? Сколько нам дадут? Так. Ребята, зарабатывать надо. Искать работу. Вот хоть что-то делать. 2000 можете заработать. Полставочки, ну полметра это минимально. Уже будет к вашим двум, еще две. Вот будет 4. Вот так весь мир живет. Все пенсионеры везде подрабатывают. Наши в большинстве своем, ну не все, ждут, сколько їм дасть правительство. А если ничего не даст? Дивимося підсумки інтерактиву. Отже, яка мінімальна прожиткова сума вам потрібна на місяць? Зможу прожити на 2027 гривень. Таких не виявилося. 100% одеситів витрачають більше, ніж 2000 гривень на місяць. Так, такі зовут 5, я чувствую. Такі результати маємо. Я дякую вам за цікаву розмову. І далі новини на 7-му. Передаю слово своїй колезі Олександро, вітаю тебе. Дякую, Світлана.